Приветствую вас, мужчина, обидчивый и скрытный. Фонтанно проявляет свои эмоции. Вот. Мне кажется, что в меру эгоистичен. Как бы в отношениях он не до конца искренен. Вот. И ведет себя порой достаточно двусмысленно. Вот. Не любит оправдываться. Не любит признавать свою собственную вину. Вот. Но при этом может обвинять себя за какие-то вещи, к которым пришел сам, допустим. Вот, что создает ощущение, что все-таки он на какие-то чувства, да, на какое-то критическое мышление к себе способен. Вот, но на критику со стороны других людей реагируют либо негативно, либо преувеличенно безразлично. Вот. Так мне видится ситуация, которую вы описываете. В целом было бы лучше, если бы вы, конечно, прислали бы фотографию без очков, потому что очки все-таки мешают. Очки мешают. Очки мешают. Лучше увидеть человека. То есть это я вам вот говорю сейчас, да, чтобы вы поняли, что имеет смысл вам, если вы хотите, значит, чтобы мы ответили вам на этот вопрос, да, имеет смысл, значит, ну, больше информации предоставили нам. Вот. Это, мне кажется, куда лучше будет. В целом, обратите внимание на то, что мужчина, он такой полный, да, немного полный, вот. И полнота, как правило, связана с тем, что человек пытается себя защитить от, ну, каких-то негативных моментов, да? Вот. То есть это означает, что он не чувствует себя в безопасности. Ну, вот. Что еще можно сказать? Ну, мне кажется, что особую проблему вызывает то, что он может в одних случаях очень долго думать, что делать, и мучительно принимать решения, а в других случаях может очень быстро делать и принимать решения. Вот, что может несколько сбивать с толку, вот, на мой взгляд. И что может заставлять думать о нем как о человеке нестабильном. Вот. Мне кажется, у него больше женственного, чем мужского. Больше женского, чем мужского. Вот. С отцом, скорее всего, был в таких не самых хороших отношениях, ну, конструктивных отношениях.
надо так сказать, правильно сказать, да, в не самых конструктивных отношениях. А вот, ну, соответственно, что и привело, в общем-то, к тому, что мы сейчас имеем. Вот. А человек может, когда захочет, расположить к себе. Он может это сделать. И по этой причине не исключено, что вы от него зависите. Ну, то есть вы в такой вот зависимости от него находитесь. Что, собственно, и определяет тот факт, что сейчас вы пытаетесь понять его как личность, вот. Хотя делать этого не нужно, вам не нужно пытаться его понять, вам нужно себя понять в первую очередь. Вот так. А на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.